На втором этаже главного корпуса в одной из комнат замкнула проводку. Загорелась кровать. По сигналу пожарной сигнализации персонал пансионата приступил к эвакуации постояльцев. Такова вводное учение. Через 2,5 минуты на территорию пансионата прибыл пожарный расчет. Заместитель директора пансионата Евгений Паршаков сразу же в деталях описал ситуацию, после чего пожарные приступили к тушению условного очага возгорания. Заместитель директора пансионата Тагильский. Возгорание, значит, в пятом отделении, 4-й комнаты, 2-й этаж, правое крыло главного корпуса. Задымление. К окну комнаты 2-го этажа, где условно горели постельные принадлежности, пожарные протянули лестницу и сразу же обследовали помещение. Пострадавших обнаружено не было. Пожарные отметили, что еще до их прибытия все 37 жильцов 5-го отделения были эвакуированы. Результаты очень хорошие. Были грамотные действия сотрудников. Они эвакуировали всех. На этаже никого не осталось. Пожарное подразделение прибыло вовремя. Был проверен пансионат, был потушен очаг. Возможно, очаг. В принципе, можно сказать, что хорошо сработали все. Основные жители пансионата – это престарелые и люди с ограниченными физическими возможностями. Поэтому руководство Тагильского считает крайне важным отработку действий при пожарах. В связи со сложной противопожарной обстановкой и последним несчастным случаем, случившимся в Верхнем Волочке, где погибло 9 человек, мы решили, значит, провести учение с 11-й пожарной частью по эвакуации клиентов 5-го отделения. Пожарная часть расположена в 400 метрах от пансионата. Поэтому в случае реальной трагедии бойцы 11-й прибудут первыми на место возгорания. А от их оперативности будет зависеть жизнь многих людей. Никита Трубчининов, Константин Панюхин, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.